Спасибо за поздравления. Эмоции положительные, приятно, то, что сегодня так все для нас сложилось. Это и хороший соперник, и футбольная погода, и состояние поля позволяло играть в футбол, показывать зрелищный атакующий футбол с двух сторон, с моментами, с опасными моментами для взятия ворот. И болельщики, было слышно как болельщиков из Мозыря, так и гомельских особенно. Приятно играть в такой обстановке, в такой атмосфере. Ну, самое главное, что результат в нашу пользу. Я думаю, что положительные эмоции, которые пережили истинные поклонники футбольного клуба «Гомель» на последней минуте, но это тоже дорого стоит. Коллеги, вопросы? Владимир Владимирович, поздравления с победой. Матч начался, ну, все же, признайте, не по вашему сценарию, однако потом что-то переменилось, что это? И вы сумели скорректировать действия подопечных? Или сами подопечные вспомнили, что им говорили? Согласен с вами, что начало было не в нашу пользу, к сожалению, которую игру мы очень легко пропускаем в свои ворота, но над этим, естественно, мы работаем на тренировках, мы очень много времени этому уделяем, но, к сожалению, легко пропускаем такие голы, обращали внимание на это, разбирали, но пропустили. Но в любом случае мы готовились к Славии, знали, как они действуют, очень хорошо они используют пространство. Наша задача была это пространство не дать и использовать свои шансы, которые в любом случае будут, потому что атакуют большими силами, за спиной есть свободные зоны, и, в общем-то, мы этими зонами и воспользовались конечно. Можно еще вопрос? Чем была вызвана замена Матвейчика? Получил травму. Сам? Да, просил замену, получил травму. Мы, к сожалению, уже которую игру теряем футболистов по причине травмы. Никто не застрахован. Хотелось бы, чтобы дальше все были живы, здоровы, и этого не повторялось в нашей команде. Ваш визави работал до вас в футбольном клубе «Гомеле». Было ли подспудное и такое соперничество? Хотелось ли вам и футбольной общественности доказать, что вы у них уже предшественника? Надо у него спрашивать, было у него соперничество, не было. Мы готовились к Славе, нам нужны были очки, мы разбирали. Я на это не обращал внимания. А вообще матч попадал под категорию дерби. Играет ли для вас значение, что вот две команды разного одного региона и вот какой-то дополнительный подтекст у поединка? Ну, знаете, до игры уже начали подогревать интерес. Так сложилось исторически, что это не рядовой матч, это дерби. И повышенный, наверное, какой-то ажиотаж возле этой игры, повышенный интерес. Да, это чувствовалось. Я не скажу, что мы подходили к этой игре с чувством какой-то запредельной ответственности. Да? Каждая игра – это три очка, это соперник, каждый со своим почерком, со своей изюминкой. Каждому надо подстраиваться. Ну, в любом случае, гнуть свою линию для того, чтобы всех обыграть. По крайней мере, мы это стараемся делать. Ну, чувствовался, да, повышенный интерес, но ребята вышли и хорошо сделали свою работу и с чувством выполненного долга. Сегодня будем отдыхать и готовиться уже дальше к следующей неделе. Спасибо большое.